На прошедших масштабных соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 8 городов Башкирии. 42 команды боролись в номинациях степ, аэробика, хип-хоп, в категориях кадеты, юниоры, взрослые, которые также состязались за выход на чемпионат и первенство ПФО. Представлять наш город в столицу республики отправились сразу 4 команды, и они вновь порадовали своими результатами. В чемпионате Башкирии команда «Даймонд» стала первой в номинации аэробика. Команда «Арданс» ДЮСШ отдела образования заняла первые места в номинациях степ, аэробика, хип-хоп. В первенстве Башкирии юниоры этой же команды оказались на верхней ступеньке пьедестала почета в номинациях аэробика и хип-хоп. Вторые и третьи места в номинации хип-хоп заняли юниоры ТСК «Арданс». В первенстве Башкортостана среди кадетов команда «Арданс» ДЮСШ отдела образования оказалась третьей в списке лидеров в номинации аэробика. В номинации же хип-хоп вторые и третьи места завоевала команда «Амазонка». В первенстве среди детей нефтекамцы снова не подкачали. Ребята из команды «Арданс» заняли сразу первые и вторые места.